Здравствуйте, это канал Максимадзе, и это моды на игру «Как достать соседа», которые присылают подписчики или просто гости канала. И я не помню уже какой-то выпуск, 85-й что ли. Нет, не 85-й. 88-й, по-моему. Но если ошибаюсь, то извините. Короче, этот мод — это Neighbors from Hell 2.2 из Румынии с хардкором. Думаю, вот, короче, я, что вот, когда будет 100 выпусков, когда это, на 100-м выпуске мы остановимся все-таки с модами, как минимум на время, перерыв, по крайней мере, сделаем на какое-то время, потому что от модов я уже что-то подустал. Эндрю Сэм тоже подуставал, но через какое-то там время вернулся. Почему подустал? Да потому что 90% модов — это всякие там недоремейки, в которых только... в которых изменяется только локация. И чаще всего в худшую сторону меняется. Есть... есть крутых модов несколько, но их там процентов 5-10. Если крутых, вот прям как микс, неудачный круиз всякие, вот их процентов 5, наверное, всего. Может, даже меньше. И все эти моды, они все недоделаны. Они все в демо-версии, в бета-версии выходили, и их разработка дальше забрасывалась. Я сейчас ни одного мода не помню, который полный и был. А вот... вот мне как-то больше интереснее моды на Hello Neighbor снимать, потому что там... там как-то поинтереснее. Да, их, конечно, намного сложнее делать, но они поинтереснее. Там локации уже реально новые делают, которые реально интересно исследовать, изучать. А тут-то в когда соседа что? В когда соседа каждую неделю пачками одними и теми же модами просто забрасывают. Ну, разве что хардкор перезапуск был крутым модом, но это если... ну, и то я его не смог пройти, конечно же, он хрен проходимый. Ну ладно, короче, это такой вот когда соседа 2 у нас. Начало, сосед получил нервный срыв, купить билет на первый попавшийся кругосветный круиз. Он пытается предаться греху, похоти, и для этого знакомиться с Олегом. С каким еще Олегом? Но и в страшном сне не могло присниться, что его сосед-режиссер из Румынии будет на том же корабле. Сейчас вы узнаете о тяжелой судьбе соседа и попытаетесь снять первый эпизод. Ну ладно, давайте. А, я забыл музыку включить. Давайте это сделаем. Такая вот музычка в меню играет. Не знаю, есть ли авторские права здесь. Надеюсь, на нее авторских прав нету. Потому что на многие композиции авторские права все же есть. А. Была эта музыка уже, я ее слышал. Даже слушать не хочется, если честно. Мы ее уже с вами слышали. Обалдеть, как он бегает тут быстро. Моды на Hello Neighbor реально интереснее снимать. Вот, все, вот моды, которые мы с вами видели, они реально разнообразны. Там везде были разные дома соседа, которые реально интересно изучать было. А здесь-то что? Здесь одно и то же. Здесь вообще я только одно изменение вижу. Ну, Джо, во-первых. Из первой части. Будем идет медленнее, а сосед бегает вообще с демонской скоростью. А может даже быстрее. Короче, кстати, небольшую такую утечку увидел. Вот что только не делают, чтобы русских сейчас унизить, пока вот эта война идет. Короче, видел на каком-то там сайте. Ну, открываешь браузер Edge, и там сразу новости же высвечиваются. И там в одном из них одна страшная тайна раскрыта. Юрий Гагарин был не первый, кто полетел в космос. Первым был
Алан Шепард. Американец. Боже мой, ну вот как можно такое понасочнять, а? Алан Шепард, или как там правильно его называть? Он вторым был, полетевшим в космос. Ну что это такое? Два соседа появились. Тут и сразу видно, что это специально все было придумано, чтобы опустить Россию. Что-то вроде бы слышал, что на Украине вроде как снесли памятник Гагарину, но в это я, если честно говоря, не очень-то сильно верю, потому что, ну, это вообще за рамки ума выходит. На каком-то одном сайте тоже увидел, и больше нигде, поэтому в это особо верить не стоит. Да, там, конечно, памятник Пушкина действительно снесли. Там прямо на камеру было видно. Даже слышал, что его там врагом киевского режима называют. Пушкина. Такие вот, в общем, дела. Давайте сразу закончим. Челюстями. Грузите теплоход с седом. Бывает какие-то. Олег с сыном. Да почему Олег-то, блин? Вы хотите сказать, что вот это Олег? Боже мой. Ну что за бред вы придумываете? Тоже. Ну, короче, надеюсь, что память Гагарина на Украине не снесли. Не, все-таки не снесли. Все-таки надеюсь, что в стране, потому что, ну, это вообще за рамки ума выходит. А, она тоже бежит теперь. Все мы с вами знаем, что Гагарин — это реально первый человек на Земле, который полетел в космос. Давно доказано все, все нам известно, и никто не может уже солгать по поводу этого. Разумные американцы, ну и все жители Земли, естественно. Надеюсь, по крайней мере, явно не поверили в это вранье. А я хочу, кстати, сказать следующее. Вот тем парням, которые рассуждают, вот, что в космос можно было послать кого-то другого, я скажу так. Если тебя послали, ты обосрался. Реально. И величие подвигу Юрия Алексеевича, который первым человеком на Земле шагнул буквально в неведомое. В неведомое, ребят. Это практически вот ощущение, что ты идешь туда, где никто никогда до тебя не был. А, тростника все, нету. Это реально очень сложно представить. В космосе как каково будет. Гагарин, он, конечно, был не первым человеком. Гагарин был не первый, кто побывал в открытом космосе, то есть за пределы ракет. Но он все же был первым человеком, который полетел в космос. И в той утечке говорилось: Гагарин не первый человек, который полетел в космос. Ничего про открытый космос не сказано. Просто первый человек на Земле, кто первый полетел в космос. Алан Шепард. Ну что это за бред? Чё только Панина придумывает. Ну ладно, короче, давайте закроем эту тему. Мировые вот этими утечками, потому что этими утечками они, по сути, сами себе тут делают. А нам на это вообще плевать должно быть.
Салют. Да, тоже давайте заканчивать. Да блин, давайте просто все уровни просмотрим и все. Разговор с солнцем. Ну и описание прочитаю. В этот раз нам предстоит увидеть великую китайскую стену, сет Олега. Да блин, ну вот кто вот это придумал? Кто? Про Олега, а? Да, ну, качество, по-моему, графики немножко вот здесь поухудшилось. Шанхайский полдень. Почему шанхайский-то? Разумеется, сосед ухитрился, затесался. Да, блин. Только, как только дочитываю до Олега, так сразу хочется перестать читать. Последний день Китая. Ну вот кто с Олегом это придумал, а? Реально. Надо... Надо еще вот. Так, блохастый рейс. А это что, последний день Китая, да? Как всегда, на борту творятся разные вещи. Прямо на лестнице. Как всегда, на борту творятся разные вещи. Мамочка разлеглась прямо на лестнице. Соседа поджидает сюрприз. Он сошел с ума. Разве нормальный человек окажется зоофилом? А что за зоофилом-то сразу? Ну ладно, может быть, уровень даст нам ответ на этот вопрос. А, погодите, этот уровень поменялся немного. Мамочка, как... Ну да, на лестнице, точно, согласен. И почему Вуди он не заметил? А, две трубы даже. Ну, все-таки, ладно. Две так две. Ну, тут на минималку будет легче пройти, на самом деле, чем полную. Полную на кубок хрен пройдешь. Потому что уж как-то слишком уж тут. Ну, хотя, может и можно, учитывая, что сосед бегает невероятно быстро. Тогда будет подниматься быстрее. И может дойти, тоже успеет. А, вот автомат. Я что-то задался сейчас вопросом, где автомат находится. Ладно, с этим тоже... А, погодите, надо на анимацию посмотреть. Нет, двух соседов все же не будет. Так, давайте. Может, все-таки какие-то уровни поменялись? Надо каждый уровень посмотреть. Нет, тут ничего не поменялось, кроме того, что качество стало похуже. А что, я разве прошел это, что ли? Я это проходил? По-моему, я не проходил этот уровень. Почему у меня там... Почему мне стоит, что якобы вот это пройдено? Так, Санта-Барбара, в Индию. А, все-таки типа считают... Я, кстати, не знаю, кто сделал этот мод. Я не помню, кто мне его прислал. Но типа... Это мужик. Мужик, который типа пол себе сменил, значит, да? Болливуд, блин. Так, ну вот здесь уже что-то изменено, конечно. Семейка снова на прогулке. Хорошо, хоть мамочку папочкой не назвали. Да блин, я разве это... Проходил? Я это не проходил. Сколько? Так, мамочка уже за бортом. Непотопляемый. Так. Ого, какое длинное описание.
Мамочки, разряд по плаванию. Перенарезка появилась. Зато Олег куда... Пока она восторгается быками. Ладно, чё. Хатика еще и назвали его. Чё это, кстати, за буквы? Чё она означает, я имею в виду. А, Маша тоже медленнее ходит. Ну а чё у нас здесь? Ешь, молись. И будь, короче, любимым. Да, вот это, вот знаете, что вот мне вот это вот напоминает? В прошлом, по-моему, году двумя женщинами была написана, у нас в России была написана книга «Лето в пионерском галстуке». И эта книга, короче, об однополых сексуальных отношениях между двумя пацанами какими-то. И это пипец, как мы до такого могли дойти, а? Ну, видите-то. Сосед и Олег наконец-то... Да. Ну вот еще хуже даже стало. Начало вот такое здесь. Сейчас еще хуже будет, наверное. Блин. Даже еще хуже, ну да. Да, еле-еле бежит, это точно. Пока она добежит, можно успеть помыться, сходить с друзьями в кино. Наверх. Да блин, ну, а почему он возвращается обратно на то же самое место? Да, вот это вот... Вот это вот, что мы возвращаемся обратно туда же, к врагам, к нашим. И вот эта вот история, как говорят Олега, вот это вот мне тоже вот напомнило... Бесогонь недавно показывали. Тоже немного напоминает один очень старый, не очень приличный анекдот про медведя и охотника. Короче, охотник идет в лес, охотится на медведя. Видит его берлогу, начинает стрелять. И его кто-то за плечо хватает, оглянулся, и там медведь стоит. И который говорит ему: давай, или я тебя сейчас съем, или я тебя изнасилую. Ну и тот выбрал второе. Ну и случилось это между медведем и охотником, собственно говоря. Педофилия. И на следующий день он уже принес это самое автомат. И выпустил в берлогу там всю обойму из него. И вдруг за плечо хватает, оборачивается, опять медведь. Говорит: давай, выбирай. Или я тебя съем, или я тебя изнасилую. Ну и тот опять выбрал второе. Но на третий день он уже принес пушку, дживилет и запустил из РПГ по берлоге, пол леса разнес, стоит довольный. И его за спину хватает и опять медведь, который говорит ему: я не пойму, ты охотник или пи***ц? Такие вот, короче, дела у нас. А, тут можно сразу закончить уровень даже. Да, тот выпуск Бесогона, в котором этот анекдот был рассказан. Михалков. Был так и назван. Ты охотник или... Потому что там обсуждали странности западных стран. И что-то Михалкова там напомнило этот самый анекдот как раз.
Короче, понятно. Ну вот, как так же, как и не превратился в порнуху, то есть в сами, короче, поняли, во что, как лето в пионерском галстуке. Короче, этому моду только минус. Больше поставить не могу ничего. Ну ладно, переходим к следующему моду. А вот еще один мод, называется смертельные файлы, называется Hard Big Hell, блин. Опять какой-то хардкор, я так понял. О боже, это что такое? Непонятно. Чья-то рожа. Слушай, я работаю на три закона по о вечности. Здесь тебя ждет чистилище. Чего ты ждешь? Играй, умирай. Боже мой, это что? Что это за картинки такие? Так, опять и музыка из дома 2 играет. А выхода-то нет. Выйти некуда совершенно. Ладно. Игорь, че ненавидит тебя? Да, что вы говорите? Скажи, Мур Тнелис. Ты попал на 333, 333, 333. Удали эту игру. Ну, удалю, когда закончим этот выпуск. Царствие небесное. Ну, боже мой, это что такое? Капец. Вот такие вот моды нам часто попадают, блин. А как, кстати, анимация будет выглядеть? А, никак из хардкора. Так, ну и Максим, зови. Да что вы. Верни мне чистилище. Чистилище, кстати, именно так называется файл. Это, смотрите, с этим модом. Почему ты ненавидишь YouTube? Я такого не говорил. Скажи. Ладно. 3-3. Нет. 333, 333, 333. И еще раз. 333, 333, 323. Ну а если вы если я сказал не так, вы хотите услышать вот так. Ладно. 333, 333, 333, 333, 333, 333 и 323. Окей. Что у нас здесь? Горит РНТВ. Опять сосед бежит быстрее. Фигня какая-то тоже. Это этому моду крестик, на самом деле. Точно можно поставить. Какие-то фиговые моды вообще пошли в последнее время. Ладно, короче, на этом все. С вас лайкос, подписался, с меня эпичный видос. Подписывайтесь на мой стримский канал, субтитры ВКонтакте. И всем пока.